Пожарная машина, мчащаяся по улицам, символ тревоги и обеспокоенности. И мы, вольно или невольно, начинаем сопереживать людям, в чей дом, возможно, пришла беда. Перед огнем трудно устоять, а справиться с ним еще тяжелее. Поэтому профилактика борьбы с огнем – приоритетная часть работы пожарных служб. Встречи с населением, информирование, проведение уроков безопасности в образовательных учреждениях, демонстрации техники – все это в значительной степени помогает снизить цифры страшной статистики возгораний и пожаров. Сегодня техника, стоящая на вооружении пожарных служб, соответствует требованиям времени и помогает справиться с очагами возгораний в короткие сроки. Пожарная машина нового поколения недавно поступила в Зарайский пожарный гарнизон. Кабина пожарного автомобиля оснащена специальными датчиками, специальным джойстиком, который устанавливается лафетный ствол, имеется на крышу, он управляется вот этим джойстиком автоматически и направляется в сторону очага возгорания или пожара. Вот, также имеется специальный прибор, который показывает работу насоса пожарного автомобиля. Дополнительный оператор нужен или это водитель может? Нет, это автоматически сидя водитель, за сидя за рабочим местом, управляет автомобиль, включает насос, подает огнетущие вещества по указанию руководителя тушения пожара, вот в очаг пожара. Кабина боевого расчета оснащена тоже специально, видите, сделана специальная подножка, вот сейчас современная, да, вот уже из наиболее достойного материала, удобства, сделано оборудование под специальные аппараты на сжатом воздухе, которые перевозятся к месту пожара, вот, или какие-нибудь ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Какое количество людей входит в боевой расчет? В боевой расчет входит у нас 4 пожарных, командир отделения, начальник караула и водитель. Они также прошли обучение по... Да, все сотрудники имеют специальное образование, имеют специальные допуска. Вот, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ликвидации пожаров. Дальше имеется здесь топливный бак. Вот, специальные инструменты для различных работ. Вот, ну и специальные генераторы. Используются для тушения пожара внутри помещения. В отсеках находятся средства пожаротушения. Имеются огнетушащие вещества, пена и вода, пожарные рукава, аварийно-спасательное гидравлическое оборудование. Машина предусматривает прорезиненные рукава направленного действия для снижения последствий затопления квартир. При всей серьезной оснащенности машина тяжелая и больше предназначена для территорий, имеющих дороги с асфальтовым покрытием и обеспечивающим подъезд к жилым домам. Техника, созданная на базе КАМАЗа, имеет заземление и может работать на энергообъектах. Аварийно-спасательное оборудование, которым оснащена машина в полном объеме, помогает работать не только на пожарах, но и при авариях и катастрофах. Оснащение машины, по последнему слову техники, и умелые действия пожарного расчета добавили надежды, что в случае возникновения проблемных ситуаций с ними обязательно справятся люди, чье призвание – стоять на страже нашей безопасности. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.